Да. Видно уже? Да. Окей. Так, High Performance JavaScript. Я так подозреваю, что это есть все JavaScript-еры, поэтому все будет очень просто и понятно. Проблема, в принципе, тоже, я думаю, всем понятна. Что будет в этой презентации? Ну, как бы понятно, что мы можем там строить хорошую архитектуру и так далее, и все правильно делать, и все у нас будет быстро. Но, тем не менее, есть много зависимостей на среду, тот же самый браузер, есть много нюансов JavaScript и движка, который интерпретирует этот JavaScript. Вот все мы это рассмотрим. И, в принципе, это где-то вам поможет. Ну, мне, в принципе, это помогает иногда, когда мы все хорошо пишем. Окей. Да, то, что я говорил, к сожалению, большинство, конечно же, не мы, но, к сожалению, много UI-щиков сейчас это просто люди, которые программируют на CSS, HTML, JavaScript. Но, как я говорил, надо все-таки интересоваться и браузером, потому что мы от него зависим. Что мы здесь видим? Что происходит, когда мы вводим URL в строку поиска? Да, не магия. То есть идет запрос, получаем текст-файлик в HTML-формате, и после этого он начинает обрабатываться. То есть сейчас в Chrome раньше, до 2013 года, по-моему, был WebKit-движок. Они сейчас, ну, мне кажется, что это чисто маркетинг. А сейчас они из-за AdBlink, но это, в принципе, тот же самый Core WebKit в нем. А как оно обрабатывает этот HTML? То есть ничего там нигде в кэше не генерится и так далее. Это все построчно обрабатывается, чтобы сразу что-то отобразить. То есть мы видим... кстати, мою мышу видно? Да, Так, видно. видно. Да. Хорошо. То есть, что мы здесь видим? HTML парсится и CSS. CSS подтягивается из всего, что у нас там. Ну, то есть подключенные файлик скрипты, inline скрипты, скрипты внутри тегов стиля, стили внутри тегов style. HTML парсится в DOM-3, собирается с CSS получается Render 3. То есть DOM 3 это все DOM условия, Render 3 и DOM 3 это не то же самое. То есть Render 3 это вот то, что мы видим на экране. Там всякие неотображаемые теги, а-ля head и так далее. Он есть в DOM 3, но его нету в Render 3. Окей. Что здесь также? Есть скрипты, которые есть теги, которые вызывают другие GET-запросы вот в стиле и картинки из JavaScript или там стили, а тем также с этим URL, и они также загружаются и как-то влияют на поведение браузера. В нашем случае картинка обрабатывается асинхронно, то есть для нас это, в принципе, все нормально. Скрипты по-разному, дальше мы это рассмотрим, стили тоже по-разному. То есть что на этой схеме для себя надо понимать, что, в принципе, вот в этой части от собирания Render 3, отрисовка и display, это вот момент, который уже для браузера как бы дается не так просто. Так, по поводу HTML. Вот он собирается построчно, и как, в принципе, может кто-то писал софтвер-трансляторы там для своих языков программирования. Ну, если кто по профильному образованию, то, в принципе, все это делали. То есть, что есть в обработки языка программирования. Есть два анализатора, лексический и синтаксический. То есть лексический, это, грубо говоря, собирает все вот эти, кто-то называет их лексемы, кто-то называет их токены.
То есть по какому-то разделителю, это там стандартно пробел, запятая, точка, запятая, еще что-то, собираем какую-то базу, лексический анализатор, синтаксический анализатор, а у него есть набор правил, ну, грубо говоря, там, если у нас есть какое-то слово var, то потом пробел и какая-то переменная, которая уже находится в лексеме, потом должна быть, потом может быть либо точка запятой, либо присвоение, либо еще что-то, ну, но не там for, например. Служебное слово. То есть вот это вот простой кейс для всех, для известных языков, а-ля там тот же самый JavaScript или C++ или еще что-то. HTML, он вроде бы и не язык программирования без сложной логики, но тем не менее, чтобы WebKit его парсил, там все очень непросто. Потому что здесь, если мы напишем там что-то здесь неправильно, Chrome нам ругнется, там unexpected token или еще что-то, потому что, то есть, вы не заматерились на какой-то там паттерн, все неправильно, ошибка. А что HTML как бы ошибки не удает, он это сам фиксит. То есть в коде WebKit, то есть это такой же самый C++ код, то есть, грубо говоря, если мы написали там незакрытый тег или там какой-то неизвестный тег или неправильная конструкция, там, не знаю, в тейбл не написали tbody, вложенный тег или еще что-то. То есть обычный там набор ifов, свичей и так далее, который там за вас пытается все это собрать. Поэтому в этом случае, возможно, это спички, но тем не менее отдавать это на браузер не значит, что вообще убирать вот эту работу. Мы, если мы пишем, там не закрываем тег или еще что-то, мы просто перекладываем вот это вот на C++ код, вместо того, чтобы просто самим написать реально. Хорошо, по стилям. Также параллельно с HTML, как я говорил, генерация стиля, то есть что это подключенные файлы inline стили и в теги скрипт, в теги стиль. И что получается? WebKit, чтобы WebKit со всех этих сорсов генерит какие-то наборы правил по стилях, там цвета, размеры и так далее, собирает это все в computed styles и применяет к каким-то HTML элементам, соответственно, получается уже отображение. Если посмотреть вот на этот пример, то есть он повытаскивал все, что там упоминалось у нас для вот этого айтема списка, заменил стили, применил. Здесь такой, опять то же самое. Пошел, взял уже закешированный изгенерированный стиль и применил так же самое для второго айтема. Третий айтем, вот это вот inline стиль дополнительный, вот сразу сбивает вот это все поведение, и, соответственно, для этого он берет заново, начинает единицу. Поэтому это надо делать реже. Это ясно. Так, опять же, вопрос собеседования, наверное, стандартный. Почему скрипты... Ой, как мне нехорошо поплыло. Почему скрипты внизу и где, и почему так? То есть стили... Как, в принципе, правильно... Ну, я считаю, это можно, конечно, обсуждать. По поводу стилей. Стили тоже блокируют отрисовку, поэтому мой совет, скажем так, брать какие-то минимальные необходимые стили, ну, грубо говоря, то есть не в head, не подключать там bootstrap, так далее, так далее, так далее. В head подключаем какой-то минимум стилей, который делает нормальное отображение страницы. То есть, если у нас там какие-то табины, в которые там одни скрытые, еще какие-то панельки скрытые, еще что-то без стиля, это, грубо говоря, выглядит очень плохо. То есть мы берем вот минимум стилей, которые делают первое впечатление для юзера, что там все нормально, вложим в head, все остальное переносим вниз, потому что он там будет долго грузиться и так далее. Скрипты также не ставим в head, то есть это понятно, когда парсер HTML встречает с TypeScript, он останавливается и не обрабатывает дальше строчки. Ну, то, что я говорил, HTML обрабатывается построчно, обработал строчку, можно отобразить отображение и идут дальше. Когда он встречает скрипт, он останавливается и ждет, пока завершится
загрузка этого скрипта. Почему так сделано? Ну, в принципе, чтобы не делать работу дважды. То есть непонятно, что будет делать этот скрипт. То есть, может, этот скрипт вообще убьет весь этот HTML, который идет ниже. Поэтому как бы смысл его парсить, генерить стили и делать переотображение, опять же, нету. Как можно это обойти, если очень нужно? В HTML5 есть async-атрибут, который загружает этот скрипт асинхронно. Ну, и есть старый дефер тоже загрузку, который, по-моему, фиге там где-то еще кто-то его юзает. В принципе, я не юзаю, на самом деле, бесполезный атрибут. И еще третий вариант, в принципе, который работает всего из его один библиотеки, там Objects и так далее. То есть создаем, ну, там может, если кто не догадывается, это такой же HTML-элемент, как и другие, то есть его мы создали через create-элемент, там что-то наконфигурили и добавили в body. Соответственно, когда мы добавляем его в body, браузер это понимает и интерпретирует, соответственно, что это JavaScript и выполняет его. Окей. Как я говорил, вот это последняя эта часть цепочки по построению страницы, это как раз то, что требует больше всего ресурсов браузера и, в принципе, компьютера. То есть есть два таких момента. Есть repaint и есть refold. Repaint это отобразить Repaint это отобразить какие-то изменения как это на русском сказать, не перестраивая Render 3. То есть это там изменился цвет, стал вот тот же самый visibility hidden, к примеру, ну, в общем, то, что не изменяет положение элемента на странице. Refold, если мы там сделали display none или там рамочку сделали на пиксель толще, это значит, что вот этот пиксель нам сдвинет следующий блок, если там position не абсолют, к примеру. И, соответственно, надо все пересчитать, перестроить рендер 3, где что будет находиться, и опять перерисовать. Соответственно, Refold плохо, Repaint, в принципе, терпимо. И что у нас тут есть за списочек? Так, добавление, удаление, обновление домузлов, вскрытие домузлов через Anon и да, перемещение. Ну, я думаю, все знают перемещение всякие там анимации и так далее, только с position absolute. Так, добавление нового style sheet также вызывает. И ресайзинг, это вообще, в принципе, но где видео application, где когда начинаешь быстро ресайзить, все аски начинают висеть. А ну, еще пример. В принципе, пойдем поменять на refold repaint, border refold repaint, цвет изменили только repaint, то же самое. И for repayment. Я, кстати, не очень быстро говорю. Да не, нормально. Окей. Так, что такое компоновка, компоновка Flow. То есть есть два вида компоновки. Глобальная и инкрементная, глобальная. То есть если есть какое-то изменение, которое, грубо говоря, затрагивает очень большую часть элементов на странице, это как, например, resize, или там изменили стиль, изменили шрифт там, или там размер какой-то чего-то. А есть инкрементная, которая более умная, которую делает WebKit, чтобы как-то экономить на чем-то. То есть он пытается собирать вот по частям какие-то изменения, помечать HTML-элементы, что они ну, у себя там
в дереве помечать объекты, что они нуждаются в пересылке. И когда их насобирается какой-то определенный уже объем, он этот раз перерисовывает. То есть, чтобы не делать вот перерисовку на каждое маленькое изменение. И вот здесь вот есть такая нехорошая штука, что то есть он, в принципе, с этим вот управляющим работает, и это вроде бы как бы экономно и хорошо. Но мы можем вот своим JavaScript-ом сломать ему вот эту логику, и он не будет делать эту оптимизацию. То есть если мы с JavaScript обращаемся вот к ниже приведенным свойствам, как там offset, top и так далее, height width, соответственно, то есть он не хранит, ну скажем, как это так, чтобы понятно, он не хранит где-то конкретное значение всех свойств, всех элементов. То есть, когда мы дергаем height, он идет на страницу, пересчитывает и возвращает. И вот это вот пересчитывает и возвращает, вызывает перекомпоновку. Понятно все, как это фиксить, если, ну, лучше это избегать, лучше избегать обращения к этим свойствам, если нельзя кэшировать и там точно не делать никаких вращений к хейту или еще что, или там к топу в цикле. Да, как уменьшить, еще более подробно по пунктах, как уменьшить количество рефоу, так, убирать, добавлять класс лучше, чем изменять конкретные много значений, клонировать DOM-элемент, делать изменения, заменять. В принципе, та же самая идея с display none. То есть делаем display none, все, он не влияет. Ну, то есть один раз выполнилось refoul repaint, потом делаем 100-500 изменений и возвращаем назад в дерево. То есть не делаем 100-500 изменений для вот этого элемента, который все это время висит в Render 3. То, что я говорил, вычисляем свойством, уменьшаем обращение. И document fragment, что он делает? То есть, если там задача, к примеру, сделать 20 дивов там каким-то каком-то списку моделей и вставить их на страницу. То есть можно в цикле делать и добавлять, соответственно, 20 раз будем перерисовывать. Ну, для этой цели есть document fragment. Это, по сути, такой же HTML-элемент, но он как бы не имеет собственного тела. Он может хранить children в себе, но когда мы его вставляем в дом, он вставляет только своих children в дом. Соответственно, мы собирали в него, а потом вставили его на страницу и вызвали только один refoul repaint. Да, скрин не с моего проекта, но у меня была очень хорошая ситуация, похожая на это, когда у нас был логистический проект, у карты много пинов и вот с кластеризацией, в принципе, это выглядело где-то так же. И когда мы его напрямую через Google API рисовали, то есть ему было очень тяжело вот нарисовать вот этот вот бэкграунд, который под кластером. То есть сначала мы видели, как вот так вот задержка появляется, циферки, там так с анимацией такой, а потом уже дорисовывались вот эти кластеры, потом оно еще чуть-чуть усело, и в итоге все нормально становилось. То есть фикс был реально очень простой, вот с этим document fragment мы просто взяли, набрали все в document fragment, вставили, и тем не менее все вот эти вот, не знаю, сколько их там было, 1000 кластеров, они вот с вставкой, но я не знаю, может там на 100 миллисекунд как-то подвисло или ну что-то в таком стиле, но тем не менее вот сразу отразилось и все. То есть понятно, что не было вот этого 1000 рефоу, который реально вот Chrome с этим исправился. Так, JavaScript. До Chrome с оптимизацией JavaScript все было, скажем так, все очень плохо.
Ну, как бы Chrome с инфраструктуром 8 делает много чего за программистов в плане. То есть мы пишем какой-то JavaScript. Это не обязательно JavaScript, который быстро выполняется. Это какой-то для нас понятный и там как-то связанный с нашей бизнес-логикой. V8 же его может там оптимизировать и выполнять уже именно в оптимизированном виде. Итак, идем дальше. Основная фича по сохранению перформанса V8 это скрытые классы. То есть, как, почему JavaScript в принципе медленный? Ну, потому что одна из основных причин это то, что у него динамическая типизация, соответственно, у нас есть просто, скажем, большая куча всего, и с этим это все меняется, с этим всем как-то работать. Поэтому ну, то есть получается, каждый раз надо что-то просчитывать, смотреть, что где проверять и так далее. Это эффект перформанс. Hidden классы. То есть у нас какой-то вот класс cat, там представление от класса cat, и V8 у себя создает его оптимизированную версию там со всякими шорткатами по доступу к свойствам и так далее, и так далее. Грубо говоря, это вот соптимизировали, закашировали и где-то положили. Соответственно, каждый раз, когда мы там уже создаем объекты и работаем, мы работаем вот с этой вот оптимизированной версией. То есть один раз он создался, а с ней работаем. Вот MyCat и YourCat. Но потом вот можно сделать нехорошую штуку и изменить и добавить на лету какое-то свойство. Соответственно, вот эти наши два кота, они же становятся экземплярами разных скрытых классов. И поэтому один оптимизированный код, ну, уже нельзя использовать. Придется еще сделать еще один. И как бы, и что нужно делать, чтобы такого не было. То есть, если мы предполагаем, что наш код в итоге куда-то будет can fly, то нужно было его сразу здесь и объявить. Ну и, в принципе, чисто по стиле кода все свойства класса уже вся конструктория объявлять, чтобы знать, что у нас там может быть. Так, по поводу оптимизации. То есть сразу там есть в 8 два компилятора. Один базовый и один оптимизирующий. То есть базовый запускается сразу. И оптимизирующий уже смотрит какие-то части, которые там часто используются и так далее, он их оптимизирует. То есть базовый запускается, чтобы сразу что-то сделать. Оптимизированный по ходу там оптимизирует куски там функции и так далее и уже выполняет. И что вот здесь нужно знать, что так, по поводу функции. То есть вот когда мы берем вот эту функцию там add, которая там складывает два значения. Если мы ее вызываем там с цифрами первый раз, создалась оптимизирована там и закашировалась вот это представление функции, когда мы вызываем в следующий раз его вот с стрингами, он такой, нет, все не подходит, потому что вот я сделал для цифр, теперь ты хочешь для стрингов, давай вот переделаем, мы сделали функцию мономорфной, соответственно, она стала уже медленнее. Да, в принципе, то, что я сказал. Да, по поводу оптимизации функций. Можно как бы усложнить браузер жизни и сделать так, чтобы он не смог оптимизировать функции. К примеру, с try catch'ом функция,
которая внутри try-catch, она не оптимизируется оптимизированным компилятором. Поэтому, как бы, ну, понятно, try-catch иногда нужен, ну, часто нужен. Поэтому, если, к примеру, там у нас, не знаю, функция вычисляет число пи, скажем так, то она должна, точно не должна, ну, ее описание не должно находиться внутри блока try-catch. То есть пусть оно там где-то лежит, отдельно оптимизируется, там оно может вызываться. То есть, как я вот написал здесь persensitive и там, где оно является. Соответственно, эта функция оптимизировалась, и здесь она оптимизированным в виде вызывается. А, так, аргументы. Ну, в принципе, такая фича же с ними больше проблем, чем иногда польза. Если мы прокидываем аргументы дальше, то есть если у нас есть функции, какая-то функция есть arguments, мы вот этот объект по ссылке где-то прокидываем, то есть это сразу определяется, и такая функция тоже не будет оптимизирована. Ну, на самом деле непонятно почему, но вот как работает. То есть как обойти, ну, отвязаться от этого объекта arguments, то есть как вариант в цикле записать это все в другой переменной. Switch case. То есть по количеству веток, да. Ну, не знаю, насколько на самом деле реальный кейс, но говорят, что вот 128 веток максимум, и после этого уже функция также не будет оптимизироваться. For int по массиву, ну, как бы работают, но не надо так делать. Можно использовать обычный for. For по for in по массиву тоже не оптимизируется. Так, что можно написать, чтобы в принципе все сломал, скажем так. Debugger, evil и with. Ну, debugger, понятно, останавливает выполнение, evil компилирует стрингу в JavaScript код. Виз, может, кто не знает, на самом деле, какие-то фичи, по-моему. То есть мы можем передать ей какой-то объект, и он динамически создаст новую область видимости, где все поля этого объекта будут как локальные переменные этой функции. То есть они сразу без доступа по ключу к объекту будут доступны. Ну, нехорошая штука, на самом деле. То есть, что в этом случае? Если мы даже вот devmod false, и мы вот так написали, то есть вроде бы никуда не выполняется, но тем не менее, вот функция, в которой вот это такое написано, уже исключается из списка для быть оптимизированным. Так, по функциям. То есть, ну да, scope сейчас чуть поговорим. Если у нас есть вот функция какая-то там анонимная, сразу вызывается для namespace, и смотри там do something, и локальная переменная. То есть у нас получается вот одна область видимости, вторая область видимости, и третья уже глобальная область видимости. Соответственно, куда мы пишем переменную C, соответственно, 8 смотрит те же, мы ее объявили, чтобы с ней работать. То есть у него есть вот, по сути, массив, в которого область видимости – это вот объект с этими вот ключами. Соответственно, он идет в первый объект, область видимости с этого списка, смотрит, есть там или нет. Если нет, переходит в следующий и так далее. То есть понятно, что все, что в первой области видимости, то есть находится первой в цепочке области видимости, доступ к этим элементам быстрее всего. Поэтому понятно, что то есть там даже кейс, глобальная переменная, соответственно, надо... И мы там к ней обращаемся, хуже, еще если мы в цикле к ней обращаемся,
То есть закэшировали какое-то поле на вокальных переменах, работаем же с вокальных переменах. Соответственно, один раз нашли ее где-то там в вокальном скопе, а потом уже работаем только с вокальной переменной, соответственно, находим сразу ее в первом, в первой области видимости. Так, ну, то есть, как мы поняли, ну, как бы логично, в принципе, что да, что быстрее всего обращение к вокальным переменам. Но на самом деле, опять же, можно сделать так, что область видимости вокальных переменных не будет первой в цепочке областей видимости. То есть, если вот мы используем виз, ОБС вот как раз создает область видимости дополнительно со всеми вот этими ключами объекта, которые мы передали, и запихивает эту область видимости первой в список. Соответственно, если я обращаюсь к вокальной переменной, вот каждый раз сначала будет идти в область видимости виз, искать там, потому что на первое не находить, понятно, и идти уже в ту вторую. То есть вокальные переменные будут во второй области видимости. И с try-catch так же самое. Поэтому, как бы, что, точнее, не в try-catch, а в poke-catch. То есть, когда происходит какой-то там exception и генерится ошибка. То есть, вот это вот, что вот здесь, вот это новая область видимости, которая тоже становится первой. То есть, перенося локальную область видимости на второе место. Соответственно, как здесь сделать все хорошо, делаем здесь только обращение вызов функции обработчика этого исключения. То есть не пишем здесь много строчек, где там будут опять локальные переменные. Один раз обратились к функции, перешли, соответственно, нашли ее на втором месте в цепочке, и все. Да, по поводу хранения переменных в памяти. То есть, это самое замыкание. Как было раньше, они все, то есть, как было раньше, если мы писали, ну, то есть, там, есть какая-то nested функция, вложенная там в функцию А, соответственно, в этот nested функции переменные с функцией А локальные доступные хранятся в памяти постоянно. А с V8 у них как бы, да, не глупо этого опера, а они это оптимизировали, соответственно, если мы вот смотрим на вот эту вот функцию callback-итератор для underscore SQH, например, то есть если мы здесь не обращались никаким переменным с следующей области видимости в цепочке области видимости, то есть, к примеру, тот же самый getList, соответственно, она не замыкается и не хранится в памяти. То есть, как просто проверить, напишите вот это в консоли, вызовите и увидите, что нету доступа к getList. Соответственно, если мы замкнем ее, то да, он уже создастся замыкание и будет видно вот этот лист и будет храниться. Так, дошли до циклов. Да, форин медленный. Почему медленный? Перебирает ключи в случайном порядке, плюс еще и как бы объекты мы узнаем, да. Ну, в принципе, все наследуется прототипом, соответственно, чтобы проверить все ключи, нужно идти в по цепочке прототипов и находить все, и в итоге в 7 раз медленнее. Так, обычный for. Ну, в принципе, вот левая часть, как я обычно пишу for, если порядок итерации не важен с конца. И, соответственно, что мы делаем, там сравниваем уже результат выполнения вот этой операции, что мы там уменьшаем counter. То есть в этом случае мы получаем только сравнение с true.
если мы идем сюда, ну, хуже того, еще много кто просто пишет здесь меньшеванс, то есть каждый раз вычисляет длину массива 5. То есть закешировали длину массива, к нему обращаемся, но тем не менее, что мы здесь делаем, мы здесь сравниваем с once, а потом смотрим, true это или false. То есть, что мы там на предыдущем примере пытались сделать? Мы пытались сделать минимум каких-то операций для циклов. Ну, то есть, для циклов, ну, там, даже, в принципе, для циклов, там, тысячи итераций это нормально, для каких-то больших циклов это все уже становится важным. Два фактора. Количество итераций и стоимость одной итерации. То есть как можно что-то улучшить, если все-таки итераций очень много. Устройство DAF на Википедии можно почитать. То есть мы берем и делаем там вызов, то есть, грубо говоря, стандартный пример. Это мы каждую итерацию вызываем процесс сайта. Здесь мы на каждой итерации трижды вызываем этот разработчик, и, соответственно, уменьшаем количество итераций, и на самом деле это в итоге работает быстрее. Так, условные операторы. Так. If else и switch case, то есть, в принципе, работают одинаково, если, ну, то есть, если, собственно, мы можем сделать эту проверку через switch case. Стандартный подход — это если там пару условий if else, если много, тогда уже switch. Ну, причем, опять же, лучше помогать чуть-чуть браузеру, и, соответственно, если, к примеру, мы там пытаемся, если у нас есть какие-то проверки вот на число, то же самое, и разные выполнения, разные логики. Соответственно, если у нас есть понимание, что там некое значение будет чаще всего, то, соответственно, эту проверку нужно ставить выше, потому что мы в нее зайдем и исполним код, а не будем там проходить весь этот список if else, пока дойдем до нее. И поисковые таблицы, да, на самом деле, самые быстрые созданные операторы. То есть, если нам нужно сделать что-то такое, да, у нас там, грубо говоря, переменная core будет red, а если она там будет blue или еще что-то, то сделать другое что-то, то проще сделать вот через массив поисковой таблицы, соответственно, просто обращаться по ключу. Ну, это как бы в Unreal быстрее, чем делать if-else и так далее. Ну и, кстати, опять же пример, ну это даже реальный пример с текущего проекта. Когда у нас был, ну, есть какой-то список моделей, и у всех этих моделей есть айдишники. И, соответственно, где-то мы там получили айдишники, нам надо с этой моделью что-то сделать. Соответственно, мы идем в этот список и в цикле ищем. Ну и понятно, что каждый раз искать ее в цикле, это все не очень хорошо. Что мы в итоге сделали? Ну, первый раз, когда мы получили список, мы сделали вот мапу, которая ключ вот этого объекта, это айдишник по значению, это уже сама модель. Соответственно, мы просто получаем айдишник, и делаем вот там наша мапа, и по айтишнику сразу получаем объект. То есть мы просто вот убираем вот этот вот сложный цикл с поиском. Да, WebWorker. Ну, HTML5 фича тоже. Если... Ну да, со скрипта один поток, если что. И, соответственно, все, что... все ресурсы общие, скажем так, для всего UI, для всего, потому что один поток. И если есть какие-то сложные вычисления, то их можно выносить в а-ля другой поток. Ну, в WebWorker, на самом деле, там не совсем настоящий другой поток, но kind of. Так.
Что здесь? Ну, в принципе, ну, если особенно говоря, они, конечно, пытались все круто сделать, но у нас особенность второго воркера то, что у него реально все заинкапсулированное. То есть у него есть доступ там к половине JavaScript API. Ну, в принципе, что основное, у него нет доступа к Windows и к дому. То есть мы можем там, грубо говоря, реально, вот как я для себя понял, мы там можем делать только какие-то вычисления или преобразования. Но и то, если мы делаем какие-то преобразования с моделями, то лучше всего, если с архитектурной точки зрения, то пусть этот веб-воркер, это будет а-ля какой-то сервак, ну, то есть не то, что сервак, какой-то бэкэнд. То есть, что мы будем с основного application обращаться к этому воркеру, communication происходит через ивенты, и говорит там, дайте мне что-то. У воркера есть доступ к XML HTTP request классу, соответственно, он там может что-то JSON загрузить, сконвертить к нужному виду, если там не под нашей модели вид. И уже нам его отдать. Веб-воркер из-за того, что там из соображений security они сделали это все заинкапсулированным, данные, которые прокидываются через event, они не передаются по ссылке, а они копируются все. Соответственно, если мы будем загружать, к примеру, там большой список моделей с неправильной для нас формой и прокидывать их через event этот веб-воркер, они все будут копироваться. Соответственно, это все как бы вроде бы хотели сделать быстрее, но тем не менее не факт, что оно не станет еще хуже. Как вариант передавать либо небольшими порциями, либо transfer object через понятно, через float 16 тиражирование. Ну, на самом деле, это уже такой более жизненный совет. В принципе, то, что ну, я для себя, по крайней мере, понял, что affected UI именно вот эти все много перерисовок, много просчетов и так далее. То есть, если мы вот это все посмотрим, мы видим, что там много чего делается. Ну, то есть, это можно было и не делать. В принципе, оперативной памяти вроде бы хватает. Пока что и я для себя все, что какие-то глобальные данные, которые нужны, будут потом, я все это кэширую. Ну, и, например, стандартным подходом либо через какие-то синхронные данные, либо с анговором через асинхронные. То есть там мы хотим получить скедлист. Понятно, один раз, когда их нет еще, мы их там где-то сгенерили. Вот это была как раз сложная операция. Но каждый второй вызов и следующий, следующий, мы уже не будем этого делать. Мы будем просто возвращать сгенерированных до этого. Ну и то же самое с ангуаром, соответственно, нет этого списка. Мы сгенерили, назовем там, записали и зарезовывали промис с этими же нашими котами. Или если они уже были до этого, мы сразу их зарезовывали этими котами, которые до этого получили. Соответственно, мы там не идем куда-то, не грузим и не преобразовываем. Ну и да, еще чуть-чуть по ангуару. В принципе, все знают, что он на самом деле, ну скажем так, быстрота точно не его сильная сторона, но как бы это в итоге, это из-за того, что он много чего нам упрощает и в принципе хорошо делает. Ну поэтому для аппликейшенов с, скажем так, с большими, реально большими вьюхами, там большими списками моделей, наверное, не самое лучшее решение. То есть, наверное, проще что-то за другое, а не ангуар.
Ну, в принципе, есть места, где можно его чуть-чуть разгрузить, и в итоге все будет не так плохо. Так, то есть, ну и пример, ну да, ng-repeat это, в принципе, то, что она встроится в списки, и в итоге получается много вотчеров и всего-всего, и все это медленно. Ну и ng-class, опять вотчер, ng-click и так далее, еще один expression. Окей, то есть что можем сделать? One-time binding. То есть, в принципе, что это делает? Это получает данные, отрисовывает и все, и вотчер удаляется, больше эти данные не будут. То есть больше изменений этих данных не вызовет перерисовку на странице. То есть если у нас статический контент, контент какой-то, то есть вот это делаем, соответственно, у нас не создаются все эти 150 вотчеров и так далее. Да, если вдруг окажется, что эти данные не совсем статические, то есть вот у нас, ну, к примеру, отрисовали мы список, сделали это с one-time binding, но потом какой-то элемент по ID-шнику, он там изменился, а не one-name. Что мы делали у себя? Мы писали директиву, которая вот, в принципе, вызывает эту перерисовку. То есть мы там, ну, вот, в принципе, понятно, что делает для вот этого вот ID, там какие-то апдейты с ним, селектор связали, то есть один раз вызвали, она там второй раз прислалась, и все, в принципе, это использовалось очень редко, но работает. И то же самое с ng-class, если что. Да, с ng-click так же самое, делаем список на 100-500 айтемов и получаем 100-500 ng-click хендлеров. Ну, стандартный подход с делегированием ивентов. Что мы делали? Делали директиву, которая отвечает за делегирование ивентов. Ну, в принципе, если что, делегирование ивентов, это когда мы можем куда-то, ну, грубо говоря, если у нас там тот же самый списочек с 150 айтемов, мы можем подцепить один event listener на его родитель и, соответственно, уже по событию клика проверять, а на что же мы кликнули, и если мы кликнули на то, что надо, делать уже вызов, соответственно, обработчика. То есть мы, в принципе, сделали то же самое с unhover. Если у нас там какой-то селектор, который вот говорит, вот именно вот определяет то, что почему надо, мы кликнули функцию обработчик, и в итоге, то есть в контроллере это выглядит вот так же самое, как будто бы мы написали ng-click вот здесь вот на вот этом вот ли item. То есть с него там приходил item, index и event. То есть там директива уже это все тело, в принципе, с jQuery элементом две директивы, там scope легко получить через scope метод, и то есть можно было там все это разделить. ng-if вместо ng-show, да, это тоже такой серьезный момент. То есть ng-if и ng-show оба открывают HTML элементы, на которых эти атрибуты написаны, директивы, но ng-if он убивает полностью, то есть удаляет из дома, либо создает в доме. Ng-show создает, и, соответственно, вот параметры true или false здесь делает display none или не display none. Соответственно, как бы, вроде бы, если с одной стороны подумать, то там перерисовка, там вскрытие, и вроде бы, как бы, перерисовка не так плохо, как вскрывать, потом заново создавать, но на самом деле под этим NGF, по крайней мере в нашем случае, там было еще очень много HTML с опять директивами, опять с вотчерами и так далее, поэтому когда мы просто делали NGF и убивали вот эту часть куска HTML, соответственно, мы реально вот убирали там 30% дополнительной логики на Angular, и в итоге это все работало
очень-очень заметно быстрее. Поэтому мы везде используем NGF. Так, Debounce. Ну, в принципе, это тоже один из паттернов. То есть, что, о чем он говорит, мы, ну, пример, да, давайте я уже на реальном примере. Если у нас есть какой-то listener, listener там на нажатие кнопки или еще что-то, или вот изменение модели в инпуте, ну, то есть каждое изменение там триггерит уже обработка этого изменения. Но если, к примеру, это идет печать, то есть не нужно на keydown делать вот каждую там сколько миллисекунд обработку. Можно там сделать, скажем, каждое, не знаю, сотое или десятое изменение, но тем не менее, как бы это будет актуальное изменение, потому что там быстрее мы не сможем нажать. Соответственно, вот пример с input, если мы поставили ngModel Options, то нативная, ну, то есть не какой-то плагин, а ангуларская стандартная директива, то есть мы делаем debounce, что ngModel уже подхватывает изменения в input только каждую секунду, а не там, они, то есть они стандартно делают каждое изменение. Так, и так, по скопу. Да, то есть то, что часто наблюдается в коде, все работают с копом, как с неким глобальным объектом. То есть где-то засеттели, где-то упрощается, но на самом деле это даже ни разу не используется в паршале. То есть это как бы вообще не круто, потому что, ну, если, ну, в принципе, на сайте Angular это все очень хорошо описано, то есть как Angular вообще видит это магическое изменение переменных и вызывает callback, ну, то есть это обычный проход scope это объект, есть ключи какие-то у него, вот наше, что мы там засетали, обходит циклы и сравнивая старое значение и новое значение, если значение по ключу изменилось, он говорит то, что значение изменилось. Соответственно, если мы вот будем вязать его глобальный объект, мы сделаем ему еще этих ключей плюс 100-500, и, соответственно, он будет медленнее их сравнивать, хотя, в принципе, для нас он не должен даже их сравнивать, потому что они нам не нужны. Поэтому как бы если очень нравится работа там с этим с полем чего-то, ну, я всегда говорю, ну пусть это уже будет по этому, пусть это будет полем контроллер класса, но точно не скоп. То есть если нам это новый паршали, тогда можно делать скоп. Так, ng-show, ng-hide директива. Да, то есть если у нас есть директива какая-то, мы там делаем всякую магию с HTML-элементами. То есть если у нас уже есть доступ к HTML-элементам, и директива как раз вот именно вот то правильное место, где работать с этими HTML-элементами, поэтому лучше сделать jQuery вызов show-hide для скрытия отображения, чем цеплять еще дополнительно show and hide. То есть, в принципе, вот вся вот эта болезнь Angular, вот все его 150 лочеров, которые в итоге все валят. Удаление лочеров лисенеров. Ну, в принципе, понятно. И в нативном JavaScript, и вообще везде. Вот если там ваш класс не... Ну, то есть, вот лично, как я делаю, всегда у меня есть для какого-то класса, который, скажем так, оставляет следы своей инициализации, у него всегда есть init, и у него есть функция remove. То есть, все то, что было заинничено в remove функции, все это убивается. И все кэши, и все листенеры, и так далее. В Angular, то есть как скажем, раньше и более привычный подход, это то, что мы цепляем какой-то listener там через функцию, ту же самую on,
и через функцию off убиваем этот listener, передавая там какой-то ID или что-то. Ну, други с Ангуара решили, зачем заморачиваться. Ну вот, scope on, он сразу, это самый как watch, сразу возвращает функцию убийцы, я написал, функцию, которая, если ее вызвать, соответственно, она уже бьет этот listener. Оу, мы закончили. Богдан, это Игорь Фисенко. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Есть пару вопросов. Первый, а вот я так понял, это все для хрома, да, только такие оптимизации. А может быть так какие-нибудь сайд-эффекты на интернет-эксплорере, на Firefox? Например, что вот эта оптимизация, она жестко заточена под хром и все под V8. Не сталкивался с таким? Нет, ну на самом деле, может, я один из этих везучих людей, у которых проект делается только под Chrome, поэтому нет, я работаю. Ну, может быть, на мобильных устройствах, как бы не обязательно Chrome, ну, десктопы, если, например, там Safari какой-нибудь мобильный, то есть, ну, чтобы мы не хуже сделали, скажем так. Не может такого быть, что, например, интернет, ну, там, какой-нибудь браузер, другой просто зависает из-за таких сверхоптимизаций? Нет, ну, как бы, это по-моему, нелогично, почему он будет зависать. Ну, я просто так спрашиваю, ну, у меня потому что вот, ну, некоторые там записи были, вот еще такой вот следующий вопрос. То есть, как бы, мы оптимизируем, например, вот цикл for, да? Но насколько людям понятно читать, например, ну, просто если мачурный JavaScript-разработчик, то понятно, конечно, он все поймет, разберется, о, круто, это оптимизация. Но иногда читаешь код, и непонятно, что вообще этот фор делает. И насколько мы просто выигрываем. Вот этот эфорт, ну, реально нам, скажем так, вот эта короткая запись позволяет выиграть там секунды, миллисекунды, скажем. Ну, какие-нибудь есть реалии? Я понял. Ну, на самом деле, с фором в обратную сторону, то есть, нет, это не... Если мы там предполагаем, что этот код должен больше, или какой-то API, или еще что-то должен лучше читаться, чем вот эти вот спички, то точно так не нужно делать. Но, как бы, для себя я знаю, что это быстрее, поэтому я всегда делаю так. Ну, как бы, если это делает чуть-чуть лучше, то почему и нет. Ну, в принципе, и тогда просто всем там тиммемерам это говорю, и они его используют. Если ходить реально, то есть без спичек, ну, в принципе, это, наверное, очень даже очевидно, с этого всего такой основной совет, который реально что-то помогает, это именно вот кеширование, это вот кеширование. То есть и перерисовки, и расчетов, и так далее. Ну, вообще, получается, кэширование, ну, до сих пор не умеют оптимизировать, да, что вот длину массива, что даже если доступ идет к объекту какому-то вложенному, то лучше закэшировать это все, да, то есть, я правильно понял? То есть, ну, до сих пор это компиляторы не оптимизируют и не хотят, да, то есть, V8. И... Спасибо большое. Не за что. Ребята, есть еще вопросы к Богдану? Наверное, у меня снова это я, такой параноидальный вопрос. Богдан, а вот ты говорил, что F8, да, он какой-то, ну, компилирует еще промежуточный язык. А есть ли возможность посмотреть, во что он компилирует? Есть ли возможность посмотреть? Ну, скажем так, без исходников Chromium, я думаю, что нет. Я думаю, что это можно в режиме дебага Chromium посмотреть, но для JavaScript разработчика точно нет. Просто такой вот вопрос, была как-то проблема, мы долго спорили на проекте, у нас были массивы, и в массиве очень много дырок получалось после обработок. Вот, просто понять, ну, влияет ли это или нет, когда такой массив сильно разряженный, стоит ли оптимизировать?
Да, это очень так норм влияет, и то есть, в принципе, лучше, ну, то есть, вот все слайсы, спайсы и так далее, то есть, это лучше не делать. Понятно, спасибо. Так, я так понимаю, Богдан, спасибо тебе большое за сегодняшний доклад. Вот.